Всем привет, меня зовут Ян Симаков, я представляю автосалон RDM Import, и это проект «Первый видеоавторынок». Автомобиль сейчас покупают либо у частных лиц, либо в автосалонах. С частными лицами тут все понятно, гарантии там, к сожалению, никто дать не может, и отзывы тоже по ним не найти. С автосалонами ситуация получше для покупателей машин, да, то есть можно найти какие-то отзывы в интернете, там печатают их клиенты, да, но не всегда эта информация правдивая, потому что под видом счастливых покупателей сами автосалоны могут о себе оставлять отзывы, что якобы там все отлично, либо конкуренты могут оставлять совершенно противоположные отзывы, негативные, да, и вы получите информацию недостоверную. Как раз для наших будущих клиентов мы создали на нашем видеоканале такой плейлист. Он называется «Отзывы клиентов RDM Import». Это те люди, которые воспользовались нашими услугами. И они в режиме, так скажем, онлайн, да, расскажут вам о том, как они узнали о нашей компании, все ли им понравилось, как происходил процесс оказания услуги, сколько по времени это все заняло, да. Вот, то есть вы, так скажем, вживую можете пообщаться с тем человеком, он вам расскажет все о нашей компании. Видеоотзывов достаточно много, то есть много людей уже оставили их, да, и поэтому информацию о нашей компании вы можете почерпнуть именно оттуда. Поэтому следите за нашими видеоотзывами. Многие люди уже купили автомобили у нас, покупали не первый раз, да, то есть таких людей уже много, которые обращаются к нам второй, третий, даже четвертый раз. Так что они оставляют реальные и адекватные отзывы. В общем, следите за выходом видеоотзывов, подписывайтесь на наш видеоканал «Первый видеоавторынок», заходите на наш официальный сайт vam1.ru. Всем пока!